В масштабном забеге приняли участие команды школ, колледжей и предприятий города. Спортсмены приняли участие в традиционной эстафете по случаю Дня Республики. Таким образом, участники напомнили горожанам об этой знаменательной дате. Участникам предстояло пробежать по улицам города. Общая протяженность дистанции составила 5900 метров. Соревнование проводилось по трем группам, каждая из которых разделена на юношей и девушек. Традиционно лидером является это Нефтекамский нефтяной колледж, Нефтекамский машиностроительный колледж и НГДУ «Орланнефть». Бывают и такие сюрпризы, как в один из год школа номер 4 взяла и выиграла абсолютно зачет. То есть бывают разные ситуации. Это спорт.